Отец Жанны Фриске заявил, Шепелев хотел ломать двери в квартиру и говорил, что там доля Платона. Отец Жанны Фриске продолжает попытки наладить отношения с Дмитрием Шепелевым, чтобы тот разрешил семье встречаться с внуком Платоном. Владимир рассказал, что недавно телеведущий вновь пытался спровоцировать скандал. Он положил глаз на недвижимость покойной звезды. 4 года назад ушла из жизни Жанна Фриске. За нее молилась вся страна. Поклонники присылали деньги на лечение, а доктора пытались сделать все возможное, чтобы артистка победила болезнь, но рак мозга оказался сильнее. После смерти певицы в семье началась настоящая война. Гражданский супруг Дмитрий Шепелев, по мнению родственников, фактически выкрал сына звезды и продолжает создавать различные препятствия в общении. Кроме того, недавно стало известно, что он продал долю в загородном доме Фриске, которую настроила для Платона. По словам Леры Кудрявцевой, певица несколько лет назад рассказывала ей, что в будущем хотела бы оставить эту недвижимость для ребенка. Сейчас отец Жанны собирается обратиться в суд, чтобы решить вопрос с незаконной продажей. Недавно стало известно об еще одном странном поступке Шепелева. По словам Владимира Фриске, несколько дней назад Дмитрий приехал к участковому и заявил, что претендует на долю недвижимости покойной артистки. Он пришел и сказал: «Буду ломать дверь в квартиру, потому что там доля Платона». Какое имеет право? Там прописаны жена и внук. Потом адвокат приехала, разобрались с участковым, удивляется он. Отец Фриске отметил, что у квартиры уже стояли слесари, готовые взломать дверь. Но юристам удалось урегулировать спорный вопрос, и Шепелев не осуществил задуманное. Родственники Жанны признаются, что им ничего не нужно от Дмитрия, они готовы отдать ему все, что он хочет, лишь бы телеведущий разрешил видеться с внуком. По словам Владимира, несостоявшийся зять постоянно чинит препятствия и не дает нормально общаться, а все попытки договориться пресекаются на корню. Как быть в этой ситуации, мужчина не знает. «Я просто хочу общаться с внуком и больше ничего мне не надо», говорит Фриске. Многие упрекают отца в том, что когда его дочь умерла, он повел себя слишком резко и позволил нелицеприятные высказывания в адрес Шепелева, которые тот не может ему простить до сих пор. Владимир признается, что тогда находился в стрессовой ситуации и сейчас взглянул на многие вещи по-другому. В эфире программы «Звезды сошлись» канала НТВ он допустил, что был неправ, и предложил Дмитрию пойти на мировую, но при этом отметил, что его супруга Ольга, мать Жанны, никогда ни с кем не конфликтовала, и попросил хотя бы ей дать возможность увидеться с любимым внуком. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!